С 25 сентября по 2 октября Самара становится центром театрального искусства в рамках фестиваля «Волга театральная». Конкурсную программу открыл спектакль театра «Самарская площадь» с постановкой «Кавказский меловой круг», уже отмеченный театральными критиками. Когда играем на фестивале, мы знаем, что публика немножко другая. Она более понимающая. Это люди, которые вообще идут именно в театр, не отдыхать. Вот это ценно. «Волга театральная» – единственный фестиваль в Поволжье, объединяющий профессиональные коллективы. Впервые он прошел в 2013 году. С тех пор стало традицией проводить фестиваль раз в два года. За это время спектакли посмотрели порядка 22 тысяч зрителей. Публика всегда в зале. С удовольствием, с радостью, с большой благодарностью принимает все театральные труппы. Что может быть лучше в нашей жизни, когда мы умеем по сей день дарить друг другу радость? В конкурсной программе представлены постановки 13 театральных коллективов из 9 городов Поволжья. Самара, Новокуйбышевск, Тольятти, Ульяновск, Набережные Челны, Уфа, Саранск, Саратов, Арзамас. В фестивале принимают участие спектакли, премьеры которых состоялись за последние два театральных сезона и получили высокую оценку театральной общественности. На фестивале театры из разных городов смотрят спектакли друг друга. Идет лабораторная составляющая, где обсуждаются эти спектакли. Но самое главное, результатом этого становится, что гастроли друг другу или о постановке. Например, режиссер одного театра посмотрел спектакль режиссера другого театра. «Поставь у меня». Вот это вот очень важно. Фестивальные спектакли будут идти ежедневно до 2 октября на площадках театров Самары и Новокуйбышевска. Сергей Кизоркин, Николай Епифанов. События.